Тюменские молодогвардейцы проверили очередной рейд и выявили еще одну точку, где продают алкоголь несовершеннолетним. В одном из крупных сетевых магазинов 17-летний подросток купил бутылку вина. Продавец не попросил паспорт. Алкоголь сейчас продал стажер, девочка, которая работает 2 недели. Она находится на испытательном сроке. Несмотря на то, что ежедневно расписывается в журналах о запрете продажи алкогольных изделий, ну, видимо, прошла провокацию, возможно, переволновалась. За свою невнимательность продавец получит штраф в размере 30 тысяч рублей. В то же время магазину грозит наказание от 200 тысяч. Сегодня мы проверили 5 магазинов. 4 оказались добропорядочными. В первую очередь продавцы. То есть по сетке там есть, скажем, вопросы. В первую очередь продавцы. И здесь продавец продал все-таки. Не удержался. В ближайший месяц молодогвардейцы планируют проверить все сетевые магазины Тюмени.